Привет, послушаем сегодня много музыки, песенку «Опал матери», альбом Влада Джизуса, альбом Кайто и послушаем нервного тика Мишаню. В общем, давайте начнем. Перед тем, кому слушать, ставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на Телеграм, ссылка в описании, и оставляйте свои замечательные комменты. Очень будет приятно. Ну все, давайте сначала начнем с песен, иногда, думаю, а потом уже альбомы. Так что давайте начнем с Мишани, с нервного тика, с песни «Помни». Давайте послушаем. Жаль, вот нету на Genius, типа, да, типа, чтобы можно было текст посмотреть. Ну ладно, думаю, разберемся. Данный сингл я выпускал отдельно от альбома, чтобы каждый из вас понял, что в этой жизни главное ебашить, верить в себя, идти к своей цели и, несмотря ни на что, добиваться всего то, что ты поставил себе ранее в своей голове. Я хочу, чтобы ты понял, что ты не такой, как все. Ты умеешь любить, ты умеешь мечтать, ты умеешь создавать. Ты — это ты. Блядь, такого, как ты, нахуй, никогда не будет на планете. Просто, блядь, братан. Пойми, уясни и нахуй верь мне. Я хуйни тебя не скажу. Я в тебя верю. Ты справишься, блядь, ты красава, нахуй. Я прошу тебя запомнить, в этой жизни скилл не купишь. Либо ты много ебашишь, или просто сидя тупишь. Я довольно редко замечаю стену за людьми. Если ты видишь успех, то не будешь как они. Оказался сильным парнем, но на деле ты обуза. Я любил тебя безумно много боли, ты не муза. Все мои потери увенчались трёхи в кимоно. Я пишу свои фиты только в одного. Я подумал, это навсегда. Ты и я, наше место позабыло, наша общая судьба. Наблюдаю в небеса и надеюсь, ты не ждешь. Рано или поздно позвонишь или не придешь. Много долбоебов не узнают, каково любить. Если нужен только секс, то тогда нахуй иди. Девочка не знает правду, ты не можешь полюбить. Я ушел совсем недавно, но не смог тебя забыть. Очень классная и музыка, и слова классные, такой прям смысловой трек, такой немножко даже грустный, да, как бы, но все же, как бы, это жиза. Но, если честно, можно было бы здесь ставить, допустим, ну, какой-нибудь еще куплетик, я думаю, потому что, ну, вот музыка очень прям долго идет, это с какой на секунды? Смог тебя забыть. Вот, не смог тебя забыть, да, минута 26, и получается минуты 2, просто, допустим, музыка, да, идет. Да, просто, типа, музыка идет. Мне кажется, ну, нужно было второй куплет все-таки здесь сделать, потому что, ну, было бы интереснее, на самом деле, потому что и музыка классная, и вайб такой, ну, грустный, приятный такой очень. То есть, ну, песня хорошая.
со своей грустинкой, да, со своими мыслями там, да. Вот. Ничего, молодец. Ну, конечно, можно было и лучше, то есть можно было бы лучше, я думаю, сделать. Было бы вообще улет. Ну, я думаю, может, 7 из 10, не знаю, поставил бы этой песне. Как-то так. Да, самое главное, конечно, помнить. Там еще о девушке было что-то. Ну ладно, в это уже не буду лезть, не хочу. Самое главное, это музыка, да, я считаю. Ничего, для определенного настроения. Такого прям грустного прям настроения. Чё? Хороший трек, хороший. Мы же слушали какую-то песню одну. Я просто не вспомню, какую мы слушали. Реально прям не вспомню. Но какую-то слушали. Может, даже из этого альбома «Муки с крестью». Ну, в общем, советую ознакомиться с исполнителем. Два альбома, а нет, получается. Два альбома и... Ну, много музыки, много на самом деле. Я думаю, интересно будет ознакомиться. Так. Псы попадут в рай. Такой есть мультик, все псы попадают в рай, да? Я эту песню не слушал, хоть она вышла еще осенью, да? Ну, как осенью, ну да, типа почти, ну да, осенью. 17 ноября. Реально, этот трек я не слушал. Потому что я, наверное, отсутствовал, да, в то время. Потому что я слушал только Машу вот из последнего. Ну, Маша, ну там еще, короче, песни были. Вот эту песню я не слушал, давайте вместе послушаем. Как-то я не забыл. Хотел в этот видос добавить, получается, альбом «Крутые пранки», но видос будет слишком долгим, прям, наверное, больше... 2 часов, наверное, будет видос. Если я еще альбом сюда добавлю, поэтому альбом я добавлю «Крутые пранки» в какой-нибудь... в другой видос, короче, да? Чтобы как бы, ну, чтобы не устать как бы музыку слушать. Ну, это ж потом надо все будет еще заливать на YouTube, короче. Ну, короче, это очень много времени, если честно. У меня видосы выходят очень редко, потому что, ну, свои есть дела, как бы, ну... Не всегда получается, короче, ну... быть дома и записать видосы, вот. Ну и для этого еще нужно, конечно же, что? Правильно, настроение. А настроение когда появляется? Когда вы пишете хорошие комментарии. Ладно, давайте слушать. Псы попадут в рай. Хорошая, классная обложка. Планету в туман, курю, будто черт, и мне наплевать на метро. Лето, судный день, суки, пришел из детских кошмаров. И пеплом небе смешались школы, бордели и храмы. Все попадут в рай, все люди сгорят, мы попадем в ад. Невинный твой взгляд. Все попадут в рай, все люди сгорят, мы попадем в ад. Невинный твой взгляд. Люблю только тебя. Все попадут в рай, все люди сгорят, мы попадем в ад. Это дикий шум, тревога, сон, это все не учение. Мне наблюдать, как эту жизнь сотрут. Я не мечтал о таком развлечении. Метеорит прилетел в МАО, я все давно не понимал. А что такое МАО? Может быть, какая-нибудь московская... Ой, я не знаю, что такое МАО. Ну, кто знает, скажите в комментариях. Математику. Маленький кет прилетел в толпу. Не повезло местному детскому садику.
А я лишь закурю, пока вокруг падают здания. Мне наплевать, это машины или зомби восстание. И все хорошее осталось только в воспоминаниях. И все хорошее осталось только в воспоминаниях. Все попадут в рай, все люди сгорят. Мы попадем в ад. Невинный твой взгляд. Все попадут в рай, все люди сгорят. Мы попадем в ад. Невинный твой взгляд. Люблю только твой взгляд. Все попадут в рай, все люди сгорят. Мы попадем в ад. Ну, слушайте, такой очень необычная музыка, я бы сказал, да, как бы, ну, опять же, офигенный у нее голос, мне очень нравится прям, ну, его манера такая исполнения, очень круто заходит вообще, если сравнить с песней, которая вышла у него, ну, крайняя песня, 19 вышла, да, которая, она вообще, типа, улет прям, и вот это очень классно, я поставил бы 9 из 10, и нравится музыка, и вайб. И куплет первый хороший. Мне нравится здесь вот этот куплет первый, и нравится здесь припев, то есть. Ну, второй куплет как-то сильно не зацепил, как бы, ну. А припев и первый куплет, да? Этот сонный день, суки, пришел из детских кошмаров, и пел по небу, смешались школы, бордели и храмы. То есть, типа, он хочет весь мир, что ли, взорвать, да? Типа, судя из песни, типа, чтоб... Или чтобы все люди сгорели, да, типа, чтобы мы все оказались в аду, да? Как бы такая, типа, да, типа, суть у данной песни. Очень круто прям реально выглядит. Очень круто. Так, а чё я? Так. В общем, очень понравилось. Честно, ну, если там в текст не вникать, да, то очень круто. Вообще музыка улет. Очень кайфово, ну. Не знаю, мне очень вкатило, мне вообще вкатило. Прям очень круто. Так. Переходим к альбому, к Джизусу. Сад земных наслаждений, да? Ой, какое. Джизус, господин, никто. Мы, получается, слушали отсюда уже Автомат, Апокалипсис сегодня, На удачу, Бэйби в аду. И твои глаза слушали, остальные песни не слушали. Погнали. Сад земных наслаждений. А потом послушаем альбом Кайта в конце. То есть, типа, никому не прям вокруг. То есть, типа, он говорит то, что гонка, то есть, все зачем-то
гонится, да, как бы, ну, судя как бы из его слов. Но и они как бы спешат, да, и не обдумывают свои шаги, как бы, ну, не обдумывают, в общем, вот, да. Это, да, я имел в виду. Не, ну музыка мощная, поставлю 8 из 10. Тут получается, если я, конечно же, ну, не ошибаюсь, если я все правильно понимаю, тут как бы, ну, образ, наверное, ну, алкоголика, да, типа какого-то. Полу лежат пролитые мозги, что ты хочешь изменить, типа изменить в себе, наверное, да, изменить свой окружающий мир, не знаю, то есть. Мы, помню, короче, смотрели последнее интервью, ну, с Джизусом, да, на стриме, и он там что-то говорил, типа, хочет изменить, короче, что-то мир, типа, с помощью своей музыки, короче, да, вот, ну, что-то такое было точно, я помню отчетливо. Ну, тут как бы образ алкоголика, да, типа, стакан себе, моя любовь к тоске. Грустно-грустно, как бы, образ такой, то есть здесь алкоголика, сад земных наслаждений, ну, да, сад, то есть земных наслаждений, земных, ну, типа, сад, да, а и в саду получается, блин, сложное название, ну, оно, в принципе, интересное, да, но вот наслаждение это что, это, ну, именно здесь это алкоголь получается, да, наслаждение, а сад, то есть, ну, короче, немножко тут запутано, да, немножко, но в целом, как бы, трек хорош, ну, ну, со смыслом, то есть. В принципе, понравился. Понравился, да. То есть, музыка офигенная. Ну, кстати, я альбом, ну, как бы, вот эти песни, да, все. Гроза, музыка свободы, Friends, Бездельник, Разбитые чувства, Акулы. Ну, и дальше, да, то есть, я их, как бы, ну, не слушал вообще, даже на стримах, то есть, мы их не слушали. Ну, в общем, как-то так. Ну, хороший на самом деле трек. Классный трек. Genius. Ты классный трек. Я помню, короче, сейчас мы будем слушать трек «Гроза», да? Короче, получается, в этом альбоме есть, получается, этот автомат, да? Я помню, когда первый раз автомат послушал, у меня такое спорное чувство, короче, было, да? А вот сейчас я его слушаю. То есть, ну, как-то... Как-то все-таки, ну, со временем он своим звучанием, подачей вообще, то есть, ну, как-то въелся в душу, что ли, да? Стал там бумаги, автомат. Блин, ну, очень крутой трек, в общем. Но, мне кажется, недооцененный, то есть... фанатами, да, мне кажется, больше ребятам нравится там «Апокалипсис сегодня», да, допустим, если сравнивать, чем «Автомат». Ну ладно, все, давайте слушать дальше. «Гроза», да, трек называется, погнали. Так, а здесь о чем будет? Ну, опять грусть, да, получается. Кстати, обложка классная вообще, такой вид классный, в горах, да. Вечер век, я ползу. Что имеется сил, я земля, я могу чувствовать. Я вода, я пришел сюда, чтобы спасти себя. Но, увы,
жизни уйти навсегда. Смех еще, да, здесь в конце. Такая ирония, да, наверное. Ну, если честно, очень сильное, ну, очень мощное исполнение вообще здесь. И музыка меняется, да, то есть такой трек, как бы, ну, он непредсказуемый. То есть, когда ты, как бы, начинаешь слушать, да, этот трек, то есть ты не знаешь, какая музыка будет дальше, да, ты думаешь, типа, оп, типа так. А сначала, типа, очень, как бы, медленно, да, то есть музыка идет, потом она резко меняется, да, то есть, ну, с первого раза сложно уловить вайб, да, но очень круто прям исполнено, музыка прям интересная, такой очень классный вайб. Мне больно, я был рожден, чтобы уйти навсегда, да, дальше себе жизнь и уйти навсегда, мне больно, опять получается, ну, ему больно. Кремин, гроза. Ну, а гроза, наверное, это слезы, да, то есть, ну, или нет. Но в жизни больше не будет такого, как я. Я чувствую страх. Я чувствую боль. Все мы люди, да, всех, у всех у нас есть свои боли, да, какие-то, то есть, о которых бывает, ну, некому прям, ну, рассказать с кем-то и поделиться, да, этим, то есть это очень печально. Ну, есть много, конечно, одиноких людей, да, я понимаю. Блин, честно, очень грустно, пипец. Давайте слушать дальше, потому что прям вот эта грусть, конечно, она может затянуть, если честно, поэтому я думаю, надо слушать дальше, чтобы вообще, то есть, не загрустить здесь, как бы, ну, да? Я же все верно, да? Говорю, да? Так, музыка свобода, это что-то интересное название, да? Yeah.
Ух, блин. А здесь очень приятно, здесь очень прям мелодично исполнен, прям очень приятная мелодия. Музыка свободы, где ты, где мне тебя найти, да, то есть, ну, музыка для свободы. Музыка свободы. Интересно, какие у вас, ребят, с этим, ну, с музыкой свободы, ну, какие у вас ассоциации, как бы, с этим, да? А, ну, то есть, допустим, если сравнивать, ну, если говорить о песне, допустим, «Атлантида», да, и многих песен, которые были на альбоме, ну, альбом без названия, да, вроде бы он был, если я не ошибаюсь, опять же. То есть там много было песен, которые просто, ну, напросто забанили, короче, да. Но это, наверное, было, типа, музыка свободы, да. Вот, то есть «Атлантида», там еще как бы, много песен там было забаненных, да. И вот, и как бы... Может, там оно об этом и говорит, да. На столе записка в наше время, но где же мне тебя найти? То есть тут как бы время найти, то есть, да? А, имеется в виду записку, типа, да, о нашем, типа, времени. Музыка свободная. В общем, ну, кайф, кайф. Поставлю 10 из 10. Пока что из, ну, если сравнить с первой и второй песней, да, вот эта песня больше понравилась, потому что она как-то более мелодичная, да, прям, ну, и... Ну, конечно, заставляет, наверное, кого-то, мне кажется, из вас задуматься, да. Но, блин, пец, конечно. Музыка свободы, где мне тебя найти? Пишите, интересно, ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, да. Типа вот, о какой он музыке свободы говорит? Которую запрещают у нас в России, да, как бы, ну... Ну, или как бы о чем? Что он, как бы, имеет в виду под этим самым? Вот. Как вы думаете? Какие у вас мысли? Ну, 10 из 10 определенно, то есть, очень понравилось, очень прям мелодичная песня. Так, «Автомат», «Апокалипсис сегодня», «На удачу», это мы слушали все. Если, ну, если кто, типа, не нашел реакции, то пишите в комментах. Хотя, типа, ну, можете, типа, найти «Jesus», «Автомат», «Мушинский Family», либо зайти, сейчас вам покажу. Сейчас, ну, как вы можете это все найти, но мало ли есть, как бы, такие люди, которым надо все показывать, да? Надо все показывать. Заходим на мой канал. Раздел. Вот, кстати, раздел в трансляциях интервью с Джизусом. Так, в плейлисты заходим, да? И тут ищем мы Джизуса, да? Блин, как много этих плейлистов, конечно. Джизус, Джизус, Кишлак, ОНВ, Фараон. Блин, а где Джизус? Прям глаза разбегаются, если честно. Он где-то здесь должен быть, вроде бы в конце, если не ошибаюсь. Сейчас. Вот, Джизус, вот. Так. Заходите сюда, получается, тут Ван Гог. «Синяне небо не видно глазами», «Я там, где ты ничего не поняла», «Тин Сол», «Варлорд», «Нога в ногу с этой страной», «Девочка в классе», «Угадай, кто Эш», психоневрологическое что-то там, да, «Начало новой эры», «Мама», там, «Россия игла», «Регенерейшн», «Регенерейшн клим», «Группа крови» и так далее. Так, а где вот эти вот? А, вот, получается, «Твои глаза», вот «Автомат», «Апокалипсис сегодня», «Энергия звезд», «Возрождение», так, «Атлантида», «Альбом без названия». В общем, есть реакции, есть, как бы, кто захочет, те, как бы, ну, найдут, я думаю. Так, погнали дальше, слушаем Friends, да, получается у нас дальше. Friends, друзья, да? Только интересно, что он скажет. Friends. Есть бабки, нет друзей,
где бабки, нет друзей. Остался в стороне, в стороне чего-то ждущих тел. Есть бабки, нет друзей, где бабки, нет друзей. Остался в стороне, в стороне чего-то ждущих тел. Есть бабки, нет друзей, где бабки, нет друзей. Остался в стороне чего-то ждущих тел. Есть бабки, нет друзей, где бабки, нет друзей. Остался в стороне чего-то ждущих тел. Нахуй мне фейк, друзья, что за спиной пиздят. Им всегда нужно что-то давать, всегда нужно что-то взять. Я понял, все люди по делке. Сумбуры сели типа и деньги. Делать лучше себя, я не один из вас. Устал от вранья. Цифровой счет, этот путь обрещен. Дай мне порой, чтобы открыть себя и что-то в себе поменять. Я так устал от этих ебаных драм. Они все лезут сюда, каждый теперь музыкант. Но это ли я хотел сказать? Каждый теперь музыкант, ну да, кстати. Очень много сейчас музыкантов стало. Молодой босс. Есть бабки, нет друзей. Где бабки, нет друзей. Остался в стороне чего-то ждущих тел. Есть бабки, нет друзей. Где бабки, нет друзей. Остался в стороне чего-то ждущих тел. Есть бабки, нет друзей. Где бабки, нет друзей. Остался в стороне чего-то ждущих тел. Есть бабки, нет друзей. Где бабки, нет друзей. Остался в стороне чего-то ждущих тел. Чего-то, да. Ну тут типа видите, тут типа больше акцент не на саму музыку, да, потому что музыка тут такая спорная. Она как бы, ну, на типа смысл, если не ошибаюсь. В интервью он что-то такое говорил, то что когда я был неизвестен, да, получается, то есть, ну, я был никому не нужен, да, как только я стал известен, все начали ко мне, типа, ну, как бы обращаться, да, типа, ну, то, сё, моё. Ну, это понятно, как бы это жизнь, это происходит с каждым таким артистом, да, типа, кто, ну, известен, да, получается. Вот, и здесь он рассказал, как бы, ну, это, мне кажется, у него это всё накипело, да, просто, как бы он захотел, ну, высказаться, короче, перед нами, короче, вот, о своих, так сказать, ну, ну, короче, мыслях, да, типа, ну, и такой жизненной ситуации, да, то есть, ну, где бабки, как бы, ну, где бабки, нет, есть бабки, нет друзей, то есть, ну, когда, ну, короче, для него, типа, все вот эти друзья, они, как бы, стали подделками, короче, вот, ну, как он и поёт, да, то есть, ну, это понятное дело, ни бабки, ни друзей, ну, да, ну, такое, как бы, больше, наверное, личный какой-то, типа, трек для него, личный трек, я думаю, и с этим треком, я думаю, у него много чего связано, как бы, ну, я это, ну, даже и не отрицаю, как бы, ну, молодец, что высказался, молодец, в принципе, наверное, ну, поставлю 8 из 10, как бы, за смысл. То есть, ну, музыка, конечно, мне не особо зашла. А вот, как бы, слова прям, ну, прям высказался. Так, погнали, бездельник. Я помню, у Фейса такой трек был. Как-то там, на работу, в понедельник. Что-то там, я бездельник. Окей. Давай послушаем. Да, я хочу, короче, еще раз извиниться, типа, почему так долго не было альбома, короче. Прям как-то его прям долго откладывал, да, вышел он еще в 2022 году, 11 ноября, да, я прям его долго откладывал почему-то. Я не знаю, почему. Как-то прям очень долго это получилось. Еще надо Фараона послушать, Филармонию обязательно. В общем, извиняюсь, короче, ребята, извините меня, пожалуйста, извините, не бейте меня, пожалуйста, не бейте. Каждый день понедельник, каждый день недели, ясно право, точу зубы, можешь называть везде. Каждый день понедельник, каждый день недели, ясно право, точу зубы, можешь называть везде. Каждый день, каждый день.
молодой, вечно молодой, вечно молодой. Недоступен, не отвечаю. Я день, я не скучаю по тебе. Раз, два, три. Я недоступен, не отвечаю. Я день, я не скучаю. Я недоступен, не отвечаю. Я день, я не скучаю. Я недоступен, не отвечаю. Я день, я не скучаю. Я недоступен, не отвечаю. ЛСП, да. Ой, не умирай, подбирай. Все проблемы для меня. Все проблемы для меня. Каждый день в понедельнике. Каждый день недели. Тесно кровь, это часов. Можешь называть везде. Каждый день в понедельнике. Каждый день недели. Тесно кровь, это часов. Можешь называть. Ну, прям очень, прям очень... Ой, тихо-тихо, мы этот, как бы, трек слушали, да? Так, сейчас, секундочку. В общем, очень такой спокойный прям вайб, очень спокойный. Такой прям легкая, как бы, песня, да? Поставлю 9 из 10, прям, ну, очень понравилось. Очень у него голос прикольный, то есть прикольная здесь ну, манера исполнения, да? Такая прям интересная, то есть она реально прям отличается вот от тех песен, прям отличается, очень прикольный такой голос у него здесь. Номера под номера, да. Ну, как бы все знают, да, эту ситуацию, то есть. То есть из-за какой-то бабы, да, которая, типа, ну, решила, типа, сделать Роскомнадзор, да, получается. И трек Олега ЛСП просто взяли и все удалили, как бы, да? Такой бред, конечно. Вот, типа, а зачем люди так делают? Типа, ну, зачем? Типа, ну, просто, типа, этого я не... Они просто, как бы, испоганят там, ну, как бы, карьеру там, ну, людям, которые музыкой, да, допустим, занимаются, да, вот, вот, это просто бред какой-то. Кстати, вот это очень сильная строчка всех, я всегда хотел быть собой. Ну, как бы и отчасти мы, наверное, все хотели бы быть, ну, хотя бы отчасти бездельниками, да, допустим, ну, хотя бы отчасти, то есть, ну, в какой-то период, может, жизни, да, вот. Не знаю, хороший, очень, очень спокойный прям трек, мне, ну, очень понравился. Так, погнали дальше, разбитые чувства. Разбитые чувства, да? Заперты окна, люди и двери. Мы на земле, но в параллели. Можем уснуть и не проснуться. Можем убить или сочувствовать. Это игра в реальную жизнь. Город бежит. Город снова спит. Люди проблемы, они манекены. Я инопланетный. Зачем мы все слепы? Yeah.
Ну прям грузит здесь. Ой, тихо, прям грузит. Ну, музыка прям здесь немножко душит на самом деле. Ну как душит, типа, ну, в смысле, грузит, да? Тут больше, наверное, то есть про, как сказать, наверное, про менталитет, да, наверное, то есть. Про менталитет, про страну, да, получается, говорит, серва, бойся закон. Или тут конкретно, типа, идет. Дом, магазин, подожди, еще жизнь, человек одинокая, природа, ты сон любить. Хочешь узнать, кто этот мир, все это искусство. Ну, мир, да, искусство. Игра в реальную жизнь, ну, конечно. Реальную жизнь. Прости, не хотел разбить твои чувства. Да не, все нормально. Просто реально, вот, прям, ну. Грусть, тоска, прям грусть, тоска. Люди проблемы, а не манекены. То есть для него все люди манекены. И, типа, ну, говорит людям то, что почему вы так, типа, слепы, почему вы не замечаете, допустим, эту проблему. Ну, эту или иную, да, допустим, проблему. Ладно, давайте слушать дальше, акула. Ну, разбитые чувства, если, ну, если честно, как бы, ну, больше такой социальный какой-то трек. Ну, как социальный, типа, ну. Ну, вы поняли. Я думаю, все поняли. Опять про власть, да, короче, типа люди, которые в власти находятся. Кстати, животных. Твоя судьба не похожа на них.
муравей, короли и слушайте, короче, музыка здесь очень интересная. Ну, как бы музыка реально интересная, отличается по вайбу, то есть такой музыки еще у Влада не слышал, как именно здесь, да. Поставлю, опять же, 8 из 10, наверное, треку, да, то есть меня он, ну, может, удивил, да, немножко, да, но не думал, что, типа, Влад будет петь об акуле, да. Ну, получается, акулу он ассоциирует с собой, да, то есть, ну, который идет вперед и против всех, получается, да, и также он идет против всех, ну, в смысле, ну, как против всех, всего против, наверное, не знаю, может, теперь система, да, наверное, что-нибудь такое, да, муравик, так, блядь, да иди ты отсюда, ё-моё, так, власть с муравьями, да, стана маленьких насекомых, которые всю жизнь занимаются постройками своих замков. Власть с муравьями. Ну, я понял, то есть, ну. Ну да, всю жизнь этим только и занимаются. А, тут лирический герой, да, то есть. Ну, все равно, как бы, сравнил же, да, типа, себя в этом треке с акулой. Идет против всех, никогда не останавливаясь, ведь акула всегда находится в движении. Ну да, конечно, то есть, человек и акула, то есть, если будет человек и акула там в море, да, допустим, в океане, то есть, ну, у человека как бы нету шансов против акулы, потому что акула его сожрет, короче. Ну, блин, ну, как бы это очевидно, да, наверное, то есть... Ой, прям, такой прям трек на самом деле, прям. Ну, прям тяжелый, прям реально, типа, тяжелый. Ну, в плане. Осмысление, то есть, да, может, или не осмысление. А принятие, да, допустим, то есть. Ладно, двигаемся дальше. А на 1000 лет, да? 1000 лет назад. Ну-ка, интересно.
С темными мыслями, светлыми, чистыми, грязными, искренними. Дайте вот первым чувством весны. Дайте мне все, я все это выстрелю. Дороги домой не верьте, пока я не хочу бежать, не хочу кричать. Я мертвый кожей, куда любите за такой Влад мне больше нравится, вот именно с такой музыкой, да, очень офигенная музыка, а тысячу лет назад, получается, ну, он говорит, наверное, о самом себе, то есть, типа, я нашел тебя, да, то есть, тысячу лет, ну, я не знаю, как бы, ну, как это, ну, а верно это или нет, короче, я, типа, ну, не знаю, типа, о ком он, типа, пел, да? Почему-то, типа, мысли то, что о себе, да? Музыка офигенная, я поставлю прям, ну, 9 из 10, прям вот эта песня прям очень вкатила и очень разбавила вот эту всю, ну, атмосферу, наверное, ну, какой-то грусти, да, наверное, то есть своей музыкой, вот. То есть офигенно здесь звучит прям очень музыка понравилась такая, прям мелодичная, прям, реально, мелодичная. Так, слушаем дальше. Подожди. Ни шагу назад, я вижу глаза твои. Брось чудеса, все вы давно без ней. Все твои слова оставлю среди руин и превращу их в пыль. Как дождь упаду на твою пыль. Я замерз на лесу моей кровью. Любовь, подожди, ничего тебе не должен. Я урок, значит, долго.
Ведь ты не как я. Это хит. Ну, в смысле, это хит, то есть, ну... Так, альбом вышел, получается, в ноябре, да? Из всех песен на альбоме... Ну, как... Не, окей, здесь просто песни... Не, я имею в виду из всех песен, которые не выходили, типа, раньше. Это как «Автомат», «Покалипсис сегодня», на, ну, и так далее, да? Вот этот прям мощный. Прям музыка мощная, очень офигенно сделано все. Прям идеальный трек, прям, ну, 10 из 10 поставлю. Прям, ну, очень круто, очень приятно слушать такую музыку. Вот больше таких надо песен, чтобы было у Лады. Реально, то есть, вот с таким именно вайбом, то есть, ну, когда можно просто, как бы, ну, слушаться, да, как бы, и кайфовать, то есть, вот, типа, получать эмоции от его голоса, от такой офигенной музыки, вот, ну, просто, как бы, ну, не задумываться ни о чем. Ну, видимо, на ком-то имел в виду, да, то есть здесь как бы я в рот и прочитал в гороскопах, да, то есть подожди. Ну, видимо, не знаю, видимо, о хейтере, может быть, или ну, о каком-то, я не знаю, честно. То есть даже как бы, ну, и не хочу в это вникать, потому что вот сама музыка, она настолько офигенная, то что обо всем забываешь, то есть мысли прочь, короче, то есть мысли прочь. Вот. Офигенный очень трек. И так, ну, поставлю 10 из 10. И по словам Жени, так, гитарист Джисус, подожди, это любимая песня группы. Что, хип-хоп песня. Перелезет, это песня на жабу. А, то есть это он прям добавил эту песню Space Walk, прям. То есть она была, ну, прям, типа, ну. Самый последний, да, типа, момент, да? Space Walk. Космический, чё там? Space Walk. Чё это интересно? Чё-то там... Прям на обеспечение. Нет, это точно не это. А! Выход в космос, да? Окей. Ого. Уже приятный вайб, приятный. My space wall. Я не думаю о том, что произойдет.
все произойдет. My space wall. Не корю себя за то, что я не смог. Когда-то я не смог. My space wall. Я не думаю о том, что произойдет. Все произойдет. My space wall. Не корю себя за то, что я не смог. Когда-то я не смог. Нахуй мне все эти цифры, блядь. Нахуй мне шифры, нахуй мне тать. Нахуй тебя, ты двуличный приятель. Но все они найдут то, что искали. По мне не демонов, ведь они в коже. Ангелы тоже тревожат, а тошно. Я не хочу вам ничего доказывать. Грязные мысли и мои соблазны. Все они думают, что не то лучше. Но мне твое эго в помине не нужно. Они так ведут за собой идиотов. Кем они станут, ошибкой природ. Я не умоляю тебя здесь остаться. Если я нужен, всегда будешь рядом, рядом. My space wall. Я не думаю о том, что произойдет. Все произойдет. My space wall. Не корю себя за то, что я не смог. Когда-то я не смог. My space wall. Я не думаю о том, что произойдет. Все произойдет. Тебя за то, что я не смог. Когда-то я не смог. Ну прям вот такого звука, если честно, то есть его не хватало в этом альбоме, ну, как сказать, ну, не хватало, ну, в смысле такого, как бы, ну, какого-то, как сказать правильно, волшебного звука вообще, как здесь Space Walk. Реально очень такая прям приятная космическая, типа, песня, да, такая очень классная. И здесь он сказал очень хорошую фразу, то есть, я не хочу вам ничего доказывать, это правильно, позиция, потому что, ну, ты уже, типа, всем уже все и всем доказал, да, ну, своей музыкой, я имею в виду, да, может быть, какими-то еще поступками, да, я думаю, они так ведут за собой идиотов, но кем они станут, ошибкой природы, и я не умоляю тебя здесь остаться, но если я нужен, всегда будешь рядом. Это на ком? Они так ведут за собой идиотов. А, я имею в виду, то есть... Это он про других музыкантов, да, имеет в виду, да, наверное? Ну, мне так кажется почему-то. В общем, песня 10 из 10, то есть мне очень понравилось. В целом, альбом разнообразный, то есть реально разнообразный, сильный. И каждый найдет себе свою музыку здесь. Я лишь скажу, то есть, какие песни, то есть, ну, наверное, мне менее всего, ну, которые я менее всего буду слушать, да, то есть, ну, я имею в виду по, ну, именно по музыке, то есть, да, то есть не вникать, типа, в текст, да, что все такое. Это, наверное, Friends, да, Friends. И, наверное, трек «Разбитые чувства». Наверное, вот эти два трека, которые, как бы, я могу выделить, которых я, наверное, в меньшей степени буду слушать. То есть остальные треки все офигенные. Ну, я не говорю то, что эти треки фигня, да, но просто лично для меня. Ну, по музыке, то есть они как-то мне, если честно, не особо прям подходят. Вот. В целом альбому поставлю, ну блин. Ну, если взять вот эти все еще треки, да, допустим, которые твои глаза, автомат и так далее, да. Ну то это прям 9 из 10, я думаю. А может все и 10. Не, 9 из 10, 9. Может даже 9,5 из 10. То есть, если взять совокупность, как бы, все песни. Хороший альбом, есть разные треки, прям.
прям треки есть грустные, есть и политические треки, которые были еще у него в предыдущих альбомах, то есть, ну, как в альбоме альбом без названия, да, то есть там было очень много об этом сказано. Этот мир как Атлантида, вот, допустим. Так, ну все, ребята, все, закончили мы с альбомом Влада, как бы, ну реально, прям альбом прям очень сильно прям мне зашел прям очень сильно. Переходим мы к Кайтон. Буду знакомиться с исполнителем Кайта первый раз. Послушаем его альбом Echo of Sirens. Эхо молчание, наверное, да? Если я не ошибаюсь. Обложка, кстати, обложка прикольная, интересная. Что будет в самом альбоме. Жаль, что, опять же, нету на Genius, да, типа, что можно было послушать. Ну ладно, давайте послушаем Echo of Sirens. Погнали, интро. Мне не нужно слов, я вижу все по лицу. Мне не нужно поле, я знаю, что все пройду. Холодная зима и оставит всю пустоту. Надеюсь, не серьезно, серьезно я упаду. Моё эхо тишины. Эхо тишины. Да, ну, Silence — это как и молчание, и как тишина тоже, да. Да. Моё эхо тишины. Окей, типа это как сказать, как введение, да, в альбом, то есть пока что по интро это непонятно, да, но музыка здесь очень приятная, ну, музыка реально здесь приятная, и голос классный, реально голос классный, хорошо спел в интрухе, да, ну, давай лучше послушаем все, ну, как бы, лучше послушаем песни, я думаю, чем вот, ну, как бы интро это тоже, типа, важно в альбоме, да. Но пока что... Блять. Непонятно, короче, в общем. В общем, погнали, Эллен трек. Эллен один, да, наверное? Наедине. Мне не достать свою боль. Ты отпусти, я уже ноль. Который раз не скрою боль. Наедине. Наедине. Самим собой. Я не достану свою боль. Наедине. Самим собой. Вот это очень офигенная часть.
достану свою боль наедине с собой. Очень офигенная музыка. И сведение хорошее, и музыка прям офигенная, такая очень приятная, такая вайбовая прям, ну очень такая прям, ну прям были даже немножко мурашки. Ну, немножко были мурашки, конечно, по коже. Вот это вот наедине с самим собой, вот это очень круто. Ну, всем нам хочется, конечно, быть наедине с собой, о чем-то подумать, задуматься, да, что-нибудь там, какие-то провести осмысление, рассуждение, все такое, да. Поставлю треку 8 из 10, ну, реально прям очень понравился вайб такой. Ну, музыка такая прям очень-очень приятная такая. Хороший очень трек вообще, офигенный. Вкатил, реально понравилось. Так, Silence Room, погнали дальше. Silence Room. Комната тишины, да? Я сижу в полной комнате дыма. I smoke. Я сижу в полной. Yeah. Я сижу в полной комнате дыма. Я не знаю, так красиво. Камина. За облаком дымным сгораю, так быстро меня ловит приступ, что нужно от жизни, мне проще повиснуть. Я сижу. Кого? Сильвин, да? Вот этот его делал бит, получается, да? А если сравнивать с песней Эллен, то есть Эллен мне как-то, не знаю, больше понравилось, чем это, вот этот. Не, этот трек тоже очень-очень-очень прикольный, как бы, да? Все классно по музыке. Но вот как-то второй трек Эллен как-то больше пока что нравится. Но этому я поставлю 7 из 10, хотя... Не, он как бы стоит наравне с Эллен, да? Но, мне кажется, на одну ступень ниже, короче, вот. Ну, типа, это лично для меня. А так, типа, музыка, голос, все кайф. Все кайф. Ну, может быть, конечно, грустно, да? Но, ну, что ж поделать, типа, ну, что поделать. Сейчас альбом Джизуса слушали, там было тоже. Как бы, ну, не весело, я бы сказал. Ладно, погнали дальше. Alive. Alive, да? Так, а что это означает?
Блин. Что-то пироги означается. Забыл просто перевод. Живой, ё-моё. То есть получается Элон один, а Элэв живой. Окей. Оу. Вот здесь музыка поинтереснее. Ну то есть как бы во втором и в третьем треке музыки, ну как музыка типа немного как бы есть сходство, да, как какие-то, да, а вот здесь уже музыка как бы она другая здесь будет, да. Ты слышишь крики души, но я все еще жив. Сгораешь, сука, во лжи, но я все еще жив. Последний осколок любви, но я все еще жив. Я все еще жив, я все еще жив. Классный трек. Очень классный трек, очень приятная такая мелодия, прям такая, прям очень, очень мелодично звучит. Я все еще жив. Блин, реально очень круто, то есть, типа, нравится, когда есть разнообразие, короче, в альбомах, да, получается, ну, разнообразие именно музыки, да. Это интересно. Интересный трек. Интересная музыка. Очень понравился. Поставлю. Блин, ну 8, да, из 10 поставлю. То есть, как и трек Элон, допустим. Прям очень прям въелся. Въелся прям. Он такой, как какой-то заразительный, короче, этот трек. Прям очень заразительный. Ну чё. Ну, пока что все очень даже и... Ну, все хорошо пока что, короче. Ну, то есть, нравится пока что. Так, а Your M-Mac, то есть, типа... Это, типа, фото, да, наверное? Ну, да. Окей, типа, чтобы не ошибиться. Ваш... А, это образ, ё-моё. Да, совсем английским беда вообще. Образ, да. Ваш образ. Ваш это типа о людях, да? Здесь не сегодня.
ведь мы вдвоем, мы с тобой вдвоем. Вдвоем, вдвоем. Но это все неправильно, неправильно. Правда в голове на хуте правила. Скажу с ума, не вижу нихуя. Твой палец на руках, сука, сука, так с ума. Я смотрю в твои глаза. Нифига себе. Интересная работа здесь со звуком. Очень тут классная работа со звуком. Тут больше, наверное, акцентрировано внимание больше, то есть, на музыке, да, то есть, ну, как сосредоточено внимание больше на музыки прям, ну, очень прям мощно звучит, я думаю, то есть, я думал, у меня сейчас уши вылетят просто, не знаю. Очень круто, на самом деле, звучало, интересно, круто, опять же, разнообразие, да, то есть, прям, ну, интересный трек в плане музыки. Так, ну, и очень приятный вайп, я сказал, то есть, так. Оценочка. Наверное, 8.5 из 10 поставлю. Вот. Понадачи, Pain. Pain. Я тебе не напишу, ну и хуй с тобой. Я тебе не позвоню, да пьяный ноль. Ты не знаешь, почему я опять пустой. Загружаю бой перед тобой. Что мне спать? Просто не спать. А тут прям, короче, то есть тут музыка и голос, на самом деле, очень странные. Странные, короче, именно манера исполнения под этот бит. Потому что, типа, бит такой более энергичный, да? А вот, типа, голос такой более, то есть, ну, спокойный, то есть, да? Ну, все равно, как бы, типа, круто. Поставлю 7 из 10. Ну... Не сказал бы, что, типа, этот трек меня удивил, как, допустим, You're My Match, да, допустим, как Alan, как Alive, да, то есть, но имеет место быть, короче, да, вписывается. Ну, такой лирический, короче, трек получился. Но ничего плохого сказать не могу, то есть, у каждого, типа, свой, типа, ну, взгляд на музыку, да, я, типа, читаю. Раз так, типа, решил, то... Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Может, кому-то реально, как бы,
очень сильно, сильно. Этот трек понравился. Наверное, я думаю, такие есть и люди. Так, посмотрим дальше. Вай. Вай. Вай, вай, вай. А вай это почему? А это фит получается, да? Чудо. Ну и ник у чела, капец. На тебе огромный худи и меня, это на девушке, да, говорить? И меня стесняешься до сих пор, да, получается? Ну, кстати, офигенная музыка, очень классный вайб. Прям очень крутой вайб. Лучше, чем трек Pain. Этот прям очень крутой трек. Такой прям, ну, энергичный, то есть такой вайб. Очень приятно исходит от него. Такой прям, ну, какой-то прям... волшебный, что ли, бит. Ну, сама музыка классная. Такой прям. Лирический. Очень, очень красивый трек, я бы сказал. Реально. Поставлю 9 из 10. Наверное, первый раз, да, да? Из этого альбома, когда мы ставим 9 из 10, да. Реально прям очень понравился трек. Так, и фрагмент аутро, да? Осколки. Осколки, осколки, осколки прошлой жизни исчезают. Я знаю. Но скоро я уйду куда? Но скоро я уйду куда? Я что-то не понял. Не знаю, типа, ну, о ком это было, то есть... а слушатели это было, то есть, ну... Либо это просто какой-то лирический образ, да, типа героя, я думаю, да? Ну, типа, поет он, типа, наверное, о девушке, да, то есть... Ну, я не знаю точно, как бы... Это, наверное, загадка, да, то есть, ну... Но это все-таки какой-то, наверное...
фрагмент, да, короче, ну, как трек, типа, называется. Хороший автор, то есть, в целом, что могу сказать, типа, ну, альбом-то хороший, то есть, ну, и песни, типа, разные, да, есть, и музыка, то есть, разная. Ну, может, есть какие-то там сходства, да, типа, песнях, да, но, сам, ну, как бы, отличается музыка все равно, отличается. А, могу выделить песни здесь Elon, Alive, Why и Your MH. Вот эти песни мне больше всего понравились, а которые меньше всего понравились, ну, это, наверное, Elon. Ой, не-не-не, это Silence Room меньше всего понравился. Меньше всего понравился мне Silence Room и Pain, наверное. То есть эти две песни, которые, наверное, мне меньше всего понравились. Ну, фрагмент, как бы, ну, и эхо, как бы, of silence, да, то есть интро и вот фрагмент аутро, да, то есть, ну, мы их, как бы, не считаем, типа, как за песни, да, это просто, как, типа, интро-аутро, потому что обычно, когда, типа, люди слушают альбом, да, они, как бы, ну, слушают сначала, типа, интро, да, и, понятное дело, когда послушают весь альбом, они потом, как бы, и аутро, да, типа, слушают, но ну, а процент малый, то есть, типа, чтобы, типа, люди, типа, захотят себе добавить, там, аутро, допустим, интро, ну, аудиозаписи, то есть, малый процент людей, кто это делает, но в целом альбом, как бы, ну, хороший, то есть, музыка классная, прям такая свежая, то есть, энергичная, как бы, своим очень-очень приятный вайбов, то есть, голос классный, это самое главное, то есть, как бы, если у исполнителя голос, типа, не очень, да, флоу, даже если, типа, это флоу будет с каким-нибудь, допустим, автотюном, да, то как бы это будет, типа, слышаться, да. А здесь прям хороший голос, прям очень хороший голос, приятный такой для ушей прям, ну. Ну и музыка классная, прям такая разнообразная, то есть энергичная прям. И цепляет, реально, цепляет. В общем, так, ну, в принципе, как бы все, да, как бы я сказал. Оценку альбому, ну, 80, я думаю, типа, в целом поставлю. Есть, как бы, песни, которые можно для себя выделить. Обязательно ознакомьтесь с Кайто, С Вадимом, Николаевичем ознакомьтесь, ребята. Тут лайф, нифига себе, 17 песен. Ё-моё. Альтерна 2, Альтерна 1, да? Тут музыки вообще много, то есть. Хуже всех. Кстати, прикольная обложка, хуже всех. Но тут, мне кажется, музыка будет разная. Обязательно советую, ребята, знакомиться. Ну все, уже видос типа 1:36. Все, спасибо всем, что были со мной. Всех люблю, всех обнял, всех поцеловал. И всем пожелал, не знаю, спокойной ночи, наверное, не знаю. Или что-нибудь еще. Короче, всем счастья, типа, всем счастья и добра и позитива всем. Всем пока.